сложно сказать по поводу идеального лидера. Не знаю, сможет ли женщина справиться с этой ролью, потому что роль очень сложная. И в нынешний переходный период нужно уметь держать удар, нужно аналитически мыслить. Во-первых, нужно быть смелым, стойким, и нужно соблюдать интересы своего народа, а не подыгрывать тем, кто дает тебе деньги или кто помогает тебе в решении тех или иных вопросов. Думать нужно прежде всего о том народе, который живет в твоей стране.